Всем привет. Поговорка про Лёлю. От моей одной подруги. Кто рано встает, тот много раз... Правильно, жрет. В общем, сегодня уже пятый раз, как я поела. Разбудили меня в ране. Я подозреваю, что это не последний раз, когда я поела. У меня, видимо, два состояния. Ну, может, еще какое-то есть. Может быть, есть какое-нибудь обычное состояние. Но последние дни у меня было замечено состояние... забыл поесть и что с этим делать. А теперь у меня сегодня, вот с сегодняшнего дня, может быть, завтрашнего также будет, кто рано встает, тут много раз это самое, кушает. Ну, в рифму, получается, жрет. В общем, я тут, когда последний раз ехала на велике в выдры, ну, вообще, последний раз я ехала на велике сегодня, смотрю в камеру, не знаю, долго ли я так протянул, смотря в камеру, некоторые думают, что у меня здесь бумажка, у меня здесь другая бумажка, вот озоновская бумажка. Очередная озоновская бумажка, да, это очередной обзор заказа с Озона. В общем, ехала, короче, я на велике в выдры на днях, когда-то там поснимала немножко с мостика Грехова ручья с другой, с той стороны, с той и с другой стороны, скажем так. И подумала, что почему бы и нет. Вообще, я на эту камеру засматривалась, не знаю, именно на эту камеру, вообще на экшн-камеру засматривалась давно. Я не могла раньше понять, для чего это, что за экшн-камера, чем она отличается от обычного фотика, там, вебки или еще чего-то. Потом услышала про какую-то одну из, как я потом поняла. Я сначала думала, что так называется просто вот эта вот вариация видео, фото или как там ее камеры. И стала искать. Оказалось, что это просто модель такая, что есть куча всяких разных моделей, что везде куда... Короче, куда они только не крепятся, и какие только не бывают. Я даже присматривала вот такую вот круглую. Даже видео смотрела, как вот снимали с этой круглой камеры. В общем, кучу всего пересмотрела, и я в тот день что-то такая по жаре очень ужаренная была. Ну, Яндекс усиленно говорил, что 25 в теньке. Мой градусник или термометр говорил, который у меня там на балконе, в том месте, где балкон практически улица, сочетается с улицей, говорил, что 31 в теньке. Сколько вообще на самом деле было градусов, плюс, минус, ну, в смысле, в теньке или на солнышке, без понятия. Но было очень-очень жарко, и я была потом вот такая вареная, мешок вареной картошки вообще. И вообще делать ничего не могла, тупо сидела. Лежать в жару я не могу, меня вырубает, я потом никакая. Я тупо сидела и кучу часов смотрела разные вариации, цены, отзывы читала, видеоотзывы смотрела на разные экшн-камеры. И вот заказала. Еще с подружкой своей из-под Питера посоветовалась, потому что на Озоне, допустим, вообще на Озоне была самая дешевая, это вот самая дешевая цена, не знаю, малая цена на то, что я заказала в итоге. То, что я хотела, то, что... Да, уже после нескольких 4 или 5 часов я даже на ЛЖР потусила, там на тифаретнике спрашивала у анонимусов, ну просто у людей, что, как, зачем, почему, еще кого-то там допрашивала. Пыталась еще одного товарища допросить, но товарищ прочитал и проигнорил. Ну, может, мне на таких сейчас везет, я не знаю. Я еще подумала, может, это один и тот же товарищ, просто аккаунт левый. Короче, не суть. И в какой-то момент поняла, что вот, ну, она мне говорит, ты меня, Лёля, купи меня, я тебе очень подхожу. И мне даже анониму сказал, что, в принципе, вот, ну, нормальная такая камера. Подружке написала, суть такая была, что там, допустим, за 4400 с чем-то была просто камера. И уцененка, потому что у нее вскрыта упаковка. А я когда-то по вскрытой упаковке, по уцененке тупо не было... обычного товара была тупо уцененка. Мне надо было позарез мыльную основу, я как-то тоже вот на Озоне покупала, там какая-то, ну, может, скидка какая-то была на нее за счет того, что скрыта упаковка. Я бы думала, что это такое, ну, как там она, ну, там пришла просто вот такой контейнер, и немножко он покоцан был. Ну, основа-то мыльная, сама по себе уже вот, ну, я не знаю, может, конечно, это сдавали, потому что там кто-то кому-то в подарок дарил мыльную основу, вот так вот, да. И вот здесь вот была, причем... Товар номер один, товар номер два. По-моему, это был, не знаю, вот сейчас, наверное, в листочке мне не написано. Да, товар номер два. Я так поняла, что, видимо, было изначально два товара, которых вернули. Две вариации вот этой камеры. И она мне обошлась тупо за 300-812 или 300... Ну, там у меня каких-то еще 6 баллов на спасибо были. 6 спасибо
на сбербанковской карте было. Короче, изначально она стоила, вот если без этих спасибо, 3819 рублей. Ну, еще 69 рублей доставка. Я так поняла, что на какую-то категорию, когда вот за определенную сумму доходит заказ в Озоне, если у вас нет статуса, у меня теперь, видимо, этот статус внезапно будет. Ибо Лёля шопоголиком случайно стала, и все, что заказывала в основе, заказывала с Озоном. Последние чуть меньше года. Короче, на определенную, я так поняла, категорию или определенную сумму заказа, хрен знает, 69 рублей доставка на базу выдачи, так 99. Потому что я помню, когда заказывала свой графический планшет от Wacom, и там тоже у меня были вот эти 69 рублей доставка. Ну, как-то я не очень вникала, мне в принципе не суть. Ну и я Юльке написала, говорю, вот смотри, вот такая и такая, она, ну тебе что, ее дарить, что ли, ты ее себе заказываешь? Я говорю, как-то смущалась, что вот она тут как-то оцененка, ну, написано было, что товар нормальный, только что упаковка скрыта. Конечно, может быть, в комментах будут буйствовать животные, которые будут говорить, негативные, короче, комменты, не знаю, что они будут говорить, но, возможно, будут как-то негативно плеваться, что вот взяла по минимальной цене. Я просто подумала, что... Если такая там 600 рублей где-то скидка получалась, за то, что где-то там что-то вскрыто. Думаю, ну, вскрыта упаковка. Я бы все равно ее потом вскрывала не лучше, чем она бы вот пришла полувскрытая, да. И я решила это заказать. Причем я заказала вот в тот день, когда я ездила в Идре, тогда и заказала. Во вторник, получается, я ездила в Идре. Сегодня у нас, по-моему, четверг. Вчера мне отправили заказ, сегодня он доставился. Там написано было, что до 25 мая, я еще так подумала, ну... доставится, и я вот прицеплю и поеду там не совсем в Идре, потому что там по дороге, в общем, очень красивые места, и я периодически все туда собиралась съездить, просто пофотографировать или там что-то, видосик какой-нибудь записать, и вот, оказывается, съезжу, может быть, даже раньше, не знаю насчет завтра, что как-то перевод висит, я 4 дня все собираюсь, ну и, в общем, сейчас я обозрю эту посылку, по-моему, я планшет Wacom не обозревала, не помню, у меня еще как-то тут мысля была, еще, по-моему, Горбушкин спрашивал когда-то мой виндобук, но он вообще смартбук престижу, я все периодически собираюсь его обозреть, но вечно какие-то дела случаются. В общем, ну, пакетик мне в этот раз даже позволили содрать этот пакетик. Я думала, коробочка будет поменьше, и она влезет в мой рюкзак. Ну, в результате он у меня ехал на моей вот этой корзиночке, которая на руль цепляется. Вот в этом вот пакетике озоновском. Коробочка сама. Эх. Да, кстати, марципанчик я уже слопала. Вот коробочка, она уже вскрытая у меня, естественно. Тут бумажка и еще бумажка. Ну, этими бумажками вот так была присобачена сама вот эта коробочка. И вот это вот счастье. Пару обзоров я, наверное, про нее смотрела. Один обзор был исключительно распаковка. Вообще, то, что я там иногда ставила лайки на какие-то обзоры, возможно, в основе этой камеры посвященной, у меня там на канале должно было отобразиться где-то, типа, в понравившихся. Это у нас J-Mini. Короче, G-M-I-N-I. Я вообще ее прочитала уже только ближе к вечеру, как она написана, название. Что-то как-то... Что-то у меня, может, из-за ароматии у меня как-то так склинило, не то читалось. Может, я просто вообще не обратила внимания, что конкретно там написано. Это у нас Magic Y. Магический глаз. Увидит он вас, блин. Где-то у меня тут написано. И да, вот из-за чего это вот вернули. Вот тут вот. Вот оно. Как бы показать-то, я не знаю, видно будет, не видно. Ну вот, из-за вот этой фигни кому-то, видимо, пришла такая вот упаковка, увидели вот эту фигню, вернули, и вот благодаря кому-то я купила на 600 рублей дешевле. Ну и да, тут такой боксик, как я и смотрела в обзорах видео. Но на самом деле боксик действительно крепится скотчиком. И сейчас мы ее... Да, вот экшн-камера... HDS 700, 4K, 25 FPS, Wi-Fi. Я даже узнавала, можно ли на всех ли камерах экшен сейчас существует этот Wi-Fi, можно ли управлять ей, управляться с ней без телефона, ну, потому что где я буду ездить, там не то, что Wi-Fi, там, ну, и сеть-то не всегда есть телефонная. Но я чисто вот из-за, допустим, по дороге в Идре или в деревне.
Ну да, можно же, конечно, да. Я так и не купила еще этот ножичек. Сейчас только что вспомнила. Канцелярского ножичка у меня все еще нема. Вообще мне надо ластик. Вот у меня открылась. Тут открылась наклеечка у меня озоновская. Во. Открыть, вскрыть или как-то так. Открыто. Но оказалось, что тут еще какая-то типа наклеечка. Наверное, надо было взять какой-нибудь ножичек. О, оказывается, если провести ногтем, то уже вскроется все. Да, кстати, озон. Я тут узнала, что вы меня в предыдущий видос смотрели. Прикольно так. Спасибо за оперативную доставку. Я так не ожидала, что у меня, когда пришла на мыло сообщение сегодня днем, и потом я глянула смс-ку, на всякий случай, думаю, может, я что не поняла, может, это прикол, как это так вот. Так вот, второй заказ так быстро заставили. Ну, вот, очень оперативно сработано. В общем, это я, видимо, так достаю. Люди-то доставали в обзорах по-другому. Я-то достала через нижнее полушарие, видимо, мозга. Тут вот такой вот этот контейнер, который крепится на соплях, хочется сказать, на скотче на самом деле. Мне вообще моя подружка Маша сказала, что, типа, когда я там отказалась виндобук обозревать, она, да ты чё, типа, это обозревают, и это, типа, смотрибельно. Ну, в общем, я тут внезапно почему-то решила это обозреть. Ой, куча тут запчастей, насколько мне известно. Да, вот она как-то сверху стоит, снизу вот этот коробочек. Я соображу как-нибудь ее отцепить тут. Как-то, наверное, цепляется. Должна же как-то цепляться. В общем, что у нас тут выпало? У нас тут выпало какая-то фигня. В общем, я так поняла, что это двусторонний скотч или что-то в этом роде. И фигня цепляющаяся. Ну, в крайнем случае, если я не пойму, то у нас есть интернет. Можно загуглить в Яндекс какой-нибудь и узнать, что, куда, зачем. Мне это тупо надо в основном. Я хоть думала вообще на корзиночку на руле, но я так подозреваю, что удобнее все-таки, наверное, на сам руль цеплять это. Потом, вот такая фиговина, уже более прямоугольная. Тут более овальная, тут более прямоугольная, в пакетиках. Какая-то фигнюшка, цепляющая, наверное, тоже что-нибудь. Так, тут еще какая-то фигнюшка и тоже в пакетике. Какая-то из них, насколько мне известно, должна быть к велику фигнюшка. Тут еще какая-то фигнюшка. Мартышка и очки, практически. Так, тут еще фигнюшка. Тут у нас, не поверите, еще фигнюшка. Ну, я так понимаю, что это все эти крепления какие-то. И еще одно крепление. Мне казалось, что тут крепление. Да, я думала, что тут крепление. Но тут крепление, короче, и еще крепление. И, как я поняла, там есть такая дырка под штатив. То бишь, вдруг я возьму с собой штатив свой огромный. Этот Рекам или кто он там. Справа по борту в углу он у меня сейчас стоит, рядом с медиклавой со вчерашнего дня. Ну, то бишь, медиклава со вчерашнего дня там. Попрусь с этим штативом и с этой камерой. Но это в лучшем случае, если я в деревню попру этот штатив. Ну, вряд ли это будет. Если только мини какой-нибудь штатив попробую держать, да? Ну, короче, как бы дырка под штатив есть. Это для тех, если кто попрется со штативом куда-нибудь с этой камерой. Ну, мало ли. Вдруг кто посмотрит этот видос, вдохновится и решит на велике или типа того ездить. У меня-то обычный велик россиянский маматяри, цитата. Тут у нас, в общем, провод для питания. Та же самая практически дырка, как у телефонов, и USB-шка. Так, и сейчас я все-таки попытаюсь как-то это извлечь отсюда. Она крутится, кстати. Ну, короче, вот она. Тут, кстати, защитная пленка с этой стороны. Тут тоже защитная пленка на глазике. Пленочку сняли. Инструкции по применению нема отдельно. Но я так понимаю, тут все написано, оказывается, сбоку. Вот здесь вот. И тут даже, ну, всякие такие приблуды, типа, что куда сувать практически. Учитывая, что на днях смотрела обзор, я вроде как должна помнить, в общем, кнопка, которая включает
Сейчас мы узнаем. О, синенький загорелся, и вот тут у нас Magic White. И должно быть что-то еще вылезти. Меню. По-моему, он меня показывает, да. Ставьте карту. Ставим карту. Тут еще совсем чутка заряда есть. Где-то так 1/3. 30 FPS. Ну, тут настройки, короче говоря. Вставлю эти карту, не переживай. Я не помню, есть там какое-то память или нет, ну, чтобы записать внутри чего. Ну, я, пожалуй, пока его выключу. Так, включайся. Да, вот оно выключается, и тоже говорит этот Magic White. И вот здесь вот такой замочек. Чтобы открыть это счастье, надо вот этот замочек, точнее, фиговинку на замочек передвинуть. И сейчас я соображу, как это вот делается. Наверное, все-таки это надо как-то... Ну, не то чтобы надо. Да, еще что хочу сказать. У нее, в общем, как я поняла, я-то вообще совершенный лох в этих экшн-камерах. Ну, кучу всего прочитав и тому подобное. Отзывов, описаний, обзоров, бумажных, в смысле письменных и видео на всяких разных сайтах. Я так поняла, что у нее... Обычно какие-то странные, на мой взгляд, это жутко страшные какие-то боксы. На тот случай, если вы куда-то едете, можете поплавать там или под дождь попасть, существует. А тут уже просто водонепроницаемый корпус. Ну, я плавать не умею, вряд ли я на минус 30, точнее, на 30 метров в глубину буду нырять. Но на тот случай, что дождь там какой-нибудь... Все же оно очень даже хорошо. Вот все-таки я пока не сообразила, как ее тут вскрыть. И надо ее как-то отсюда достать. Вот. Я ее открыла. А как ее отсюда достать? А, она там как-то прилеплена. Короче, я отсюда ее как-нибудь потом достану. Я что-то как-то... Буратино был слегка... Как бревно. Точнее, как дрова, или как-то так. Хотя, наверное, можно ее вот так вот сейчас открутить. Да, вот я ее открутила, потом я соображу, как достать эту штуковину. Она вот такая малюсенькая. Ну, как бы, не знаю. Конечно, кто-то скажет, нахрена она мне? Да? Ну и... В каком-то плане я даже не очень, может, и не нужна она мне, но с другой стороны, вот, я думаю, что если ее присобачить на руль велика, все-таки более безболезненно будет, чем останавливаться, тормозить педалями у меня, ибо тормоз только на педальках, на ногах, как-то так, и доставать фотик, снимать видосик, потому что ехать и снимать у меня вряд ли получится так же, вот. Так что вот, вот такое приобретение у меня. Будем с ней разбираться. Кому интересно было, ну, хорошо. А кому не особо, ну, извиняйте. Типа первый, наверное, я вроде как особо-то не обозревала технику. Первый такой полутестовый обзор техники от Лёли. Спасибо за Озону, за оперативную отправку и доставку. Ну и да, меня совершенно не смущает, что тут вот коробочка была слегка вскрыта. Всем пока!